Вітаю, шановне господарство. Сьогодні на нашу кухню зазирнули Владимир Лапкович, юрист правоохоронного центру «Весна», і Ірина Сім'ян-Семенюк, сябра правоохоронного центру «Весна», яка у 2010 році непосередньо приймала уділ у виборах в якості сябра одної з виборчих комісій у Мінську. Ну, як ви здогадалися, теми сьогоднішньої нашої розмови будуть вибори. В цей год, год президентських виборів, і все більше і більше ми чуємо розмовів про маючи відбутися вибори на самих різних узровнях. Не так давно старшиня Центральної виборчої комісії давала своє інтерв'ю для сайту «Тутбай». Я, до речі, його цілком поглядів. Правда, не дочекався рецепта борща від Лідії Михайловни. Ось, але я зато почув шмат ще різного цікавого, про що ми сьогодні так само поговоримо. А я просто хотів запитатися, вибори у нас відбуваються президентські кожні 5 років, є ще у нас парламентські вибори, місцеві вибори. І, в принципі, чи можна казати, що це вибори в класичному, як сказати, їх розумінні, в умовах, коли нема конкурентної політики і публічного політичного процесу як такового. Ось. Але у мене тоді питання, навіщо ми назираємо тоді за цим мероприємством? Я так само поглядел цілком інтерв'ю Лідії Михайловни, і мені навіть її стало чимось шкодально. Бідна жінка кожен вечір возить їжу своєму сину. От, може бути, він поглядить цю передачу і пошкодує маму. Не треба, щоб вона бідна кожен вечір здоровому чоловіку, дорослому, возила котлети. Але, коли казати про назирання, то є в Україні така процедура. Адміністративная. Вот есть у нас административная процедура у громадян, когда они отримывают новые паспорты, и есть административная процедура, когда эти же громадяне с новыми паспортами идут на выборчие участки и голосуют. И именовито тому нам и необходимо назирать, как мы могли ставить этой процедуры диагноз. Бо у нормальных краинах есть, это называется выборами, есть интрига, есть конкуренция. І в шмат у яких країнах уже і нема такого інституту, як незалежне назирання. Але для Білорусі це вельми-вельми актуально, по той от, простій причині, що покуль у нас вибори цілком керуємо і перетворилися в таку адміністративну процедуру, і вельми важливо, щоб були назиральники, які ставлять свій діагноз і кажуть, ці справді в Україні вибори, ті покуль що ще звичайна адміністративна процедура. Ну ось ми назираємо вже досить протяглий час за виборами і ці процедурами, як би було сказано. І після кожного назирання і національні назиральники, які назирають внутрі країни, і міжнародні, роблять некі свої рекомендації по поліпшення виборчого процесу, щоб зробити його більш прозорим, демократичним. А які ось основні проблеми можна назвати глобально для нашого виборчого процесу характерні? Ясно, що ми можемо називати їх доволі шмат, але такі основні. Так, заправди, таких необхідних процедур, яких треба у нас змінити, їх можна називати без кінця довго, і ніводної передачі не хопить. І справа навіть не в тим, що як записано в законі, бо можна прийняти закон з одного сказу, давайте проведемо вибори чесно, кропка, і все на це. І коли це в громадстві працює, і коли громадство згодне з виниками цих виборів, значить вони пройшли сумлінно і чесно. Але саме головне, це менавіта практика, яка повинна мінятися. І в Білорусі абсолютно недопущальна практика по проведенню виборів, і тому менавіто вже там, 10-годзями ніводні вибори в Білорусі не признаються демократичними. Что основное треба изменить? На мою думку, это всего лишь две речи. Первое, это урегулировать дотерминовое голосование. И оно повинно альбо быть отменено цалком, альбо вельми жорстко регламентовано. И кто может удельничать дотерминовым голосованием? Кольки выборчих участков робит такое дотерминовое голосование? И другий, самый основный момент, думаю, что мы еще будем потом по каждому из этих выпадков разговаривать больше подробязно, это подлик голосов. Ён павінен быць празрысты. Все ўдзельнікі выбарчага працэсу, якія прысутнічаюць на выбарчым участку, гэта сябры камісіі, гэта назіральнікі, журналісты павінны бачыць, як адбываецца падлік галасоў. Мы адзіная краіна ў рэгіёне, дзе
падлік галасоў праводзіцца як таемная спецаперацыя, закрытая ад усяго грамадства, і вынікі лічбаў нічым акрамя як шаманствам назваць немагчыма, тыя вынікі, якія потым нам дэманструюць у выбарчых камісіях. Ну, а ў чым канкрэтна праблема з датэрміновым галасаваннем? Гэта ж такая зручная форма, от старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі гаворыць, што гэта зроблена для зручнасці выбарчыка, які можа ў любы дзень прыйсці прагаласаваць, калі там не можа ў асноўны дзень. Вось. А з іншага боку мы бачым з года ў год, што прымушаецца датэрмінова прагаласаваць некаторыя катэгорыі грамадзянаў, якіх гэта проста зрабіць, прымусіць там жыхары інтэрнатаў, студэнты і так далі. От навошта гэта робіцца? Чым задача ўладу? Датэрміновае галасаванне – гэта ўвогуле такая священная карова всёй нашай выбарчай сістэмы. І вельмі часта займаюцца такой, скажам, софістыкай і кажуць, што ну, ва всім свеце ёсць датэрміновае галасаванне, в США датэрміновае галасаванне, в краінах скандынавскіх ва всіх амаль, што ёсць датэрміновае галасаванне. І ў нас яно ёсць. Праблема не ў тым, ці ёсць датэрміновае галасаванне, а праблема ў тым, калі ўлады сапраўды зацікаўлены, каб вынікам выбараў давералі, і в першую чаргу, каб давералі тыя, хто прайграл гэтыя выбары. Бо тады, скажам, ёсць дэмакратычнае здаровае грамадства, это калі тыя, хто прайгрываюць выбары, прызнаюць гэтую свой пройгрыш і прызнаюць новую сфармаваную ўладу, чаго ў нас няма. І якія прэтэнзіі выказваюцца да датэрміновага галасавання? Асноўная прэтэнзія – гэта тое, што немагчыма кантраляваць, што адбываецца з гэтымі выбарчымі бюлетэнямі паміж днямі датэрміновага галасавання ці падчас абедзеннага перапынка. Калі бы такі кантроль быў наладжаны, ён шмат разоў прапаноўвалася і экспертамі, і апазіцыяй, што можна пакінуць датэрміновае галасаванне, але рэгламентаваць, хто можа ў ім прымаць удзел, альбо забяспечыць захованасць гэтых бюлетэняў, каб ніхто не мог іх там скрасці, падмяніць, змяніць гэтыя бюлетэні. Бо такого даверу няма, што гэтыя бюлетэні захоўваюцца належным чынам. Уначы, напрыклад. І ёсць ж выпадкі, калі сведчаць людзі аб тым, што ці бюлетэні падмяняліся. Гэта знакамітая гісторыя з майорам міліцыі Казловым, які потым, калі пашоў у адстаўку, распавядаў, як ён у 2004 годзе забяспечваў пранікнавенне і быў сведкам пранікнавення ўначы старшыні камісіі ў выбарчую ў пакой для галасавання, і дзе яна маніпулявала са скрынямі. Не думаю, што яна там пыл сцірала з гэтай скрыні для галасавання, а яна туды выносіла і заменяла бюлетэні. Гэта выпадак, які цалкам перакрэслівае давер да ўвогуле гэтай сістэмы і яшчэ больш робіць яе падазронай і абсалютна справедлівае патрабаванне да адмены альбо нейкай ужасточэнню, больш жорсткімі зрабіць кантроль за датэрміновым галасаваннем. Ну, я нагадаю нашым гледачам пра тое, што на сённяшні дзень выбарчае заканадаўства прадугледжвае, што кожны выбарчык можа прагаласаваць любы з гэтых дзён 5, і для гэтага не патрэбна ні прадастаўленне нейкіх спецыяльных дакументаў, пацвярджаючы, што не можа прагаласаваць у асноўны дзень. А вось, Ірына, вы былі непасрэдна сябрам камісіі, адной з выбарчых камісій в городе Менск в 2010 году под час проведения выборов президента. И вот вам приходилось працевать именно под час дотерминового голосования? Так, приходилось працевать. Система такая, что каждый сябра комиссии повинен в дни дотерминового голосования хотя бы один раз дежурить день. Ну и у меня выпал такой день, в котором я дежурила. И в 10-м годзе ввели систему, что после каждого дня дотерминового голосования вешается протокол, кольки людей пришло проголосовало на дотерминовом, кольки всего по списке людей и кольки было выдадено бюллетеню. Uh-huh. Такая целая форма была. И в тот день, когда працевала я, там с 8 ранку там, до 8, по-моему, вечера, я уже не памятаю, то ну, всех же людей лечили по головах, людей приходит мало, ну там где-то было, может быть, там 30 человек. А калі старшыня камісіі пачаў вывешваць этот протокол, то ім было 75 чалавек. І калі я папрасіла, дайце паглядзець спісы, то есть я ж нікуды не выходзіла, спісы выбарщыкаў, хто прыходзіў в этот дзень, хто распісаўся ў ведамасці,
Он закрыл это все в сейф, сказал милиции, что вот, глядите, 8 годин, сейф закрыт, и я свою працу сдал, все. Типа, мы не имеем права отчинять сейфы, там их лететь. И меня не допустили до тех списков, в которых я могла поравнать. Ти было этих 75 подписов? Ти вот только то, что я бачила, 30 человек. Дальше что вы за это? Саправды, манипуляции с колькостью выборщиков, принявших удел у дотерминовом голосовании, и он просто достигнул абсолютно жахливых померов. Например, когда мы в 2010 году, наши все назиральники, наша компания «Правооборонцы за свободные выборы», им была поставлена задача начать дотерминового голосования, подлічивать колькость выборщиков, принявших удел дотерминового голосования. Мы к этой личбе звирали. Розница была 1-2%. И мы не звертали на уваги на эту розницу, бо она, саправды, вельми маленькая. Але я прошу пробачения, к нас минулым мясцовым выборам, які были увесну 2014 года, розница уже на некоторых участках была 37-40%. На одном участке наш назиральник налічил 50 выборщиков, в комиссии вывесила протокол 555, проголосовавших дотерминово. И, безумовно, этому абсолютно не может быть такой розницы доверу. Конечно, это не есть некий юридичный факт, но это повинно у всех показать то, что на самом речь их мы, выборщая комиссия, працуя с мертвыми душами, с мифичными выборщиками, которые приходят на мифичные выборы. И выник так само вот такие вот мифичные. И это все связано с тем, что все тяжее и тяжее становится загонять выборщиков на выборчие участки. Ну, можно сказать, что влада вирішает задачу явки. Да, и она вирішает задачу явки для того, как иметь вот этот люфт бюллетеней, те саправных, которые есть в этих скринях для дотерминового голосования, те виртуальных, которые потом можно потом этими личами сманипулировать, для того, как выник голосования был належный, той, который задовольняет администрацию, которая у нас отказывает за выборы. Ну, то есть, словами Лидзи Михайловны, которая давала, как я уже сказал, интервью Тутбая, работа с цифрами. Увогуле, это гениальное интервью. Лидия Михайловна до такой ступени расслабилась, что саправды расповела, как отбывается фальсификация. Под каждым словом готов подписаться. Где она сказала, что не надо нам прозрыстые скрини, не надо нам вкидывать бюллетени в выборчие скрини. У нас нема таких манипуляций. Все же можно робить значно простее, как она сказала. Треба просто працевать с личбами. И это в Беларуси доведено до максимума. Она абсолютно правду сказала, и я это вельми ее ценю за это слово, что она признала, а потому что все же значительно простее, не треба выкористовывать миллионы грошей, там некий подкуп выборщиков робить кучу светков фактичного злочинства. Можно же просто сманипулировать. Ну, все гениальное просто, да? Как кажется. И я нагадаю, что конвертация до дотерминового голосования, лишь бы проголосовавших дотерминово на выборах в Беларуси традиционно вельми великая. До 30%, и на некоторых выборчих участках, студентских, например, очень часто выборы завершаются, еще не начавшись. Ну, але мы вернемся до подлику голосов. Это еще одна такая цікавая процедура, которая потребует уваги и которая вельми мощно критикуется как местными назиральниками, так и международными. Вот, Ирина, знову ж, вы были сябром комиссии. Дальше, что это был за выборчий участок, який номер? Это был выборчий участок номер 104 в Московском районе. Школа номер 206, он находился на территории школы. И вот... Ну, и вы принимали удел в подлику непосредственно? Да, конечно. Как это отбывалось? Ну... Раздельный подлик голосов был там? Не было никакого раздельного подлика голосов. Было единое, что... Было, ну, что... скрини по черзе. Да, скрини открывали по черзе, отчинили спочатку дотерминовое, полечили, а, ну, после отчинили ту скриню, с которой они по домах ходили, и я так само принимала удел у хатнем голосовании, отчинили, полечили. После уже две скрини, которые стояли на участку, их в одну эту кучу высыпали, уже тогда лечили. Но так само лечили спочатку, кто сколько сгреб, то есть только и пишет. Ну и а возвращающийся до процедуры, спочатку погашается невыкористанные бюллетени, например, ну, как это робилось, не лечили их, погашали перед подликом голосов. Зараз расскажу, там была такая ситуация, что я не памятаю докладно, кольки уже, ну, прикладно там 200-300 выборщиков на участку было.
І по протоколі було видадзено дзе-то, ну, на 200 бюлетэняў больш, там 2500, напрыклад. Але калі пачалась працэдура гашэння саміх бюлетэняў, то старшыня камісіі сказала там: "Людка, несі сюда". І там была некая такая стопка, которую они просто начали рваць, кідаць это всё в пакет для смецця чёрны. Я пачала ім казаць, што іх надо палічыць. Мы павінны, ну, палічыць, колькі засталось, запісаць пратакол. Он: "Людка, давай скорей". Карацей, я вырывала эти бюлетені, каб іх палічыць, і там было такое, нешта такое, сюрреалізм нейкі. Ну, по итогу они всё это загрузили в пакунак, всё это закрутили і куда-то там отнесли. Всё. Ну, а ніхто іх не лічыў. Сам падлік. Вот комиссия вскрыла скрыни, там палічыла датэрміновае, палічыла голосование по месту знаходжання выборщиков, стационарной скрыни. А як они непосредственно лічылі? Вот. Ну, спачатку это было так, всё высыпается, і там нехто себе. І они что там пишут. То есть кожны лічыць некі свой стос. Да. Они лічылі свой стос, пасля передавали ему паперки там хто ж сколько. Але так у нас было там с нашего боку не один назиральников 20, то мы подняли шум, я кажу, что треба лечить по стопках, раскладите их по прозвищах, и я хочу перелечить кожную эту. Они чемусти думали, что я там за какого-то кандидата. Я кажу, мне все равно, вы полечите все правильно, навод, коли там будет за Лукашенко 100%. Ну, то есть, коли, ну, правильно все, то окей. Они мне подсунули стос за Лукашенко, сказали, лечи. Пока я все это переглядала, знайшла там бюлетені 15-20, которые альбо сапсаваныя, альбо пустые цалкам. И калі я их вытягивала, казала, что это? Тетечка, которая сидела побач и контролявала, як я это все роблю, казала, да ладно тебе, ты давай, поклади назад. Я кажу, вы что? Ну, ты... ну и они вымушены были их признать несоправданными. Да. Ну, я все это доставала там и казала, что это? Кажу, как вы так лечили? Мы там уже пасля не зразумели, что не прокатит со мной ничего. Они почали казать, что... Да, вот несоправданно помылились, может, не зауважили, но мы ж станились. Да, еще насколько характерна вот такая процедура, если это можно назвать, подлику, когда бюллетени лечатся всеми сябрами комиссиями одразу, каждый лечит только свой стос, пишет некий лишь старшине, который неким чином их калькулюет, и потом вывешивает нам протокол, и вынику чего никто не ведает, не бачить этого выника, навод каждый конкретный особенный сябр комиссии. Это чистое воды шаманство. Такое отчувание, что есть только один человек в комиссии, який володает некой таемной формулой помножения личбов. А все остальные этих ведов не ведают и не могут скласти там 100 плюс 100. И для этого вот есть только один уникальный человек, якому треба секретно на паперце написать, как, не дай бог, назиральники это не побачили, и он один некий там произведе обряд. Ну, за 20 метров. Да, и он один некий произведе, некий там поколдует и выдаст гэтый выник. Гэта мы одиная уникальная краина в регионе, якая робит з подлику голосов державную таемницу. Где грамадство не повинно ніяким чином гэта нават близко бачить. Бо нават ближайшие все наши соседи, у яких так само вельми шмат проблемов з демократичностью выборов. Але там подлік голосов прозрысты. В Украине прозрысты. Ну окей, у нас зараз не любят прикладов з Украины. Але у Молдови, у России, якія побач з нами, як отбывается подлік голосов? Все становятся, так как стол гэты был бачен всім, не только сябрам комиссии, альбо, але и назиральникам, и сродкам массовой информации. Потым бере один сябр комиссии, достае бюлетень, показывая все, огучивая, что вось бюллетень за Петровича, а вось гэты бюллетень за Сидоровича, показывая кожный за гэты бюллетень, и назиральники мают право поглядеть, и сапраўды гэта за Петровича, а то и за Сидоровича. И так огучивается кожный бюллетень. Я адмыслово поглядел в закон Российской Федерации, о выборах президента Российской Федерации. Там напрост жорстко прописано, что это только один сябр комиссии и только огучивая и показывая так, как кожный визуально мог засвечить, что сапраўды так идзе прозрыстый подлік голосов. Тому и мне абсолютно не зразумела, чаму мы застаемся одной уникальной краиной, якая просто вот муром каменным стоить и не изменяя абсолютно архаичный, непрозрыстый и тому абсолютно без довера подлих голосов. И ОБСЕ в каждом своей рекомендации казала про то, что измените подлих голосов, сделайте его прозрыстыми. И национальные назиральники,
і політичні суб'єкти, там Євразв'яза і інших країн весь час відзначають, що довір до такого виніка виборів бути не може. Коли б влада справді була зацікавлена, як вибори були признані, то достатково зробити просто ось одну гэту річ. Зробити абсолютно прозристий падлік голосов, каб ён был бачны всімі. Не. Гэта там святая святых, дзе стаіць стол за 20 метраў, ледзь не мінное поле паміж ім і назіральнікамі, і што-то там вот некае шаманства. Ну, я думаю, што якраз такі зразумела, чаму такая працэдура. Абсалютна зразумела. Таму што ты сказаў спачатку, што мне не зразумела, чаму яна такая. Ну, я думаю, што якраз такі тут усё проста. Да, да, да. Ну, тут ёсць ещё і іншыя розныя аспекты, напрыклад, что выники раздельного подлику голосов чомусь не иллюстрируются в протоколе об выниках голосования. Вот это еще одна интересная штука. И они оголошиваются, але документально нигде не подтверждены. Ну так... И до речи, я просто почему это взгадал, что мы же фиксовали на попередних выборах дивный дисбаланс размеркования голосов на датэрміновым галасаванні і ў дзень асноўных выбараў, калі апазіцыйны кандыдат у асноўны дзень набіраў прыкладна роўныя, напрыклад, галасы з сваім, так скажам, супернікам, альбо можа і болей. А на датэрміновым ледзь не в 90%. 90 к 10. Так. Ну, Лідія Міхайловна знову ж сказала, што гэта звязана з тым, што апазіцыянеры не прыйшлі на датэрміновае галасаванне, тых, хто падтрымліваў апазіцыю. То тут гэта так само абсолютно манипулятивная заява об тем, то есть, что оппозиция до терминовом голосования оппозиционный кандидат набрал 10%, например, а проуладный 90%, а в день выборов оппозиционный набрал 40%, там при проуладный 40%, например. И это значит, это связано только с тем, что оппозиционный электорат не ходит на дотерминовое голосование, а приходит в день выборов, и там бывает такой перекос. Но прошу пробачения. Коли оппозиционный кандидат, по вашим данным, набирает 1.5%, а проуладный там набирает 70-80, как это было на минулых президентских выборах, то как такой перекос можно створить, коли вы формально показываете, что кандидат от оппозиции мая подтримку в громадстве только 1.5%? Это значит то, что за тех, кто пришел на участки, это, наверное, эти все 1.5% пришли в день выборов, они не повинны были сделать, что они идут и мать, что ноздря в ноздрю. Как это было на некоторых участках, где один из оппозиционных кандидатов и той, який перемог, был назван переможцем выборчей гонки, были мать, что поровну голосов. И вот это просто еще раз свечить об тем, то, что ідзе вот просто віртуальны вынік выбараў, які толькі звязаны з тым, як якія лічбы намаляваць і як вось атрымаць той вынік, які адміністратыўна спусцілі, які мусіць быць. Былі ж выпадкі, напрыклад, у 2004 годзе, калі я сам быў сведкам гэтага, калі адзін з кандыдатаў быў парламенцкія выбары, і двум кандыдатам, лідарам апазіцыйных партыяў, таемно сябра одной из комиссий принес выники выборов, которые потом супали лишь бы в лишь бы за 3 дня до выборов. Лишь бы в лишь бы. И это еще одно было яркое свечение того, что но просто административная работа, процедура. Это работа с цифрами. Это, да, праца с лишьбами. Я вот, вертающийся до мающих отбыться выборов, мы уже прикладно ведаем, когда не будут, и называлась прикладная дата. Что, какие наши планы? Что будет делать компания «Проборонцы за свободные выборы»? В этом годзе. Мы, безумоўна, будзем назіраць за гэтымі выбарамі, будзем рабіць такое доўгатэрміновае назіранне з моманту пачатку выбарчай кампаніі, як толькі палата прадстаўнікоў прыме адпаведнае рашэнне аб пачатку кампаніі. І, безумоўна, будзем пераследаваць тую ж самую мэту, якую мы ставілі раней. Мы праводзім кампанію «Праабаронцы за свабодныя выбары» разам з нашымі калегамі з Беларускага Хельсінскага камітэта. Это выборы, где мы назираем разом. И выникам вось поставить диагноз к этому процессу. Ти отбылись эти выборы свободно и демократично. И мы, безумовно, не ставим за мету подтримать того или иного кандидата. И мы
не зацікаўленыя ў выніку выбараў. Мы зацікаўлены ў тым, каб у грамадзян Рэспублікі Беларусь сапраўды было нармальнае дэмакратычнае права, якое ім фармальна прадэкларавана, што яно ў них ёсць, абіраць сабе ўладу. Вось і ўсё. Ну і пытанне даверу, знову ж, да тых вынікаў, які мы пачуем. Ірына, ну а вы збіраецеся прыняць удзел у назіранні? У вас ёсць ўжо досвід працы ў камісіі і міжнародны досвід назірання за выбары ў межах міжнародных місій? Разумеете, в принципе, после того, как в 10-м годе я все-таки полечили мы все там стопки, особенно по кандидатах, они дали это сделать, было шмат назиральников, я бы вельми хотела пойти в комиссию, а не назирать просто назиральников. Но думаю, что после 10-го года мое имя просто забанено, и никто меня в комиссию больше не пустит. Я бы означила, что Лидия Михайловна адмыслово про Ирину казала, да. То есть, что вось оппозиция накировывая в выборщие комиссии всяких там экзальтованных девушек, которые устраивают скандалы, им перешкаджают працу всей комиссии. И хочешь, понимаете, не пересчитать бюллетени. И да, я думаю, так что только назиральником. Да, да. Ну что ж, сябры, выборы будут, будем за ними назирать. И я думаю, что те, кто хочет на власные очи побачить, что такое белорусские выборы, и те есть подставы доверять до таких, до тех личб, которые нам будут названы, запрошаем долучаться в качестве волонтеров до нашей кампании. До новых встреч!